Площадки здоровья были развернуты в рамках акции «Освободим Дагестан от табачного дыма», организованной Министерством здравоохранения Дагестана, Республиканским центром медицинской профилактики, Республиканским центром здоровья, городской больницей номер 1, Комитетом по спорту, туризму и делам молодежи администрации города Махачкалы и Молодой гвардии «Единая Россия». Цель акции – повышение уровня мотивации и помощи населению к отказу от курения, а также распространение информации о способах отказа от курения. Любой желающий мог посетить площадки здоровья, поучаствовать во флешмобе, веселых акциях и танцах, которые не оставили равнодушными ни одного прохожего. Правильная акция, считаю, потому что табак – это враг человеческого организма. И мы дагестанцы, основном мы спортивная республика, и мы вот это табак мешает и спорту, и здоровью. Поэтому я думаю, всем нормальным людям надо отказаться от табака. На развернутых площадках здоровья прохожие проверяли артериальное давление, спирометрию и динамометрию, содержание угарного газа и никотина в выдыхаемом воздухе с помощью аппарата «Смоки-лазер». Кроме того, получили профилактическое консультирование у врачей гигиенического воспитания по методике профилактики табакокурения ингалятором запахи здоровья. Прошли флюорографическое обследование. Сегодня наши студенты, активисты участвуют в такой замечательной акции «День отказа от табака». Я думаю, чем больше будет вот такого рода акций проводиться, тем больше мы достигнем результатов. Ну, сравнительно за последние годы, честно говоря, у нас в Дагестане стало намного меньше курильщиков, скажем так. Я думаю, что их будет еще меньше, потому что в общественных местах запретили курение. Это все равно делает свое дело. Врачи рассказали, что употребление табака приводит к смерти каждого 10-го взрослого человека в мире. Ежегодно от табачной эпидемии в мире умирает около 6 миллионов человек, более 600 тысяч из которых, не являясь курильщиками, умирают из-за воздействия вторичного табака. Дыма. В России от причин, связанных с курением, ежегодно преждевременно умирают около 300 тысяч человек. По статистике, в нашей стране курят около 40% населения. Большую работу провели молодежные организации, молодогвардейцы, волонтеры городского молодежного центра, волонтеры правкома ДГМА, волонтеры ДБМК помогали в проведении флешмоба. Мы проводим здесь флешмоб, агитацию для того, чтобы наши жители бросили курить. Те, кто не курит, чтобы даже не думали о том, чтобы курить. Такой небольшой флешмоб у нас. Мы меняем сигарету на яблоко. У нас здесь также конкурс рисунков будет проходить. Лично от нас могу сказать, как от Комитета по спорту, туризму и делам молодежи, что молодежь Махачкалы, что молодежь Дагестана против курения. Мы за здоровый образ жизни, мы за занятия спортом и полезными общественными делами. Волонтеры наряду с врачами обменивали сигареты на яблоки, помогали детям создавать красочные рисунки мелками на асфальте. Каждый ребенок получил воздушный шарик. Врачи и волонтеры агитировали население к здоровому образу жизни, распространяли информационно-просветительский материал о вреде табака и курения. Казалось бы, с утра пасмурный дождливый денек не предвещал ничего интересного, но люди в белых халатах своей акцией сделали его веселым, познавательным и запоминающимся. Хочется надеяться на то, что каждый, принявший участие в акции, призадумается и сделает выбор в пользу здорового образа жизни. Алиса Шахназарова, Магомед Зурканаев, Ахмед Зайпулаев, Прибойные новости.